Ребята продолжают работы по утеплению и отделке фасадов. Как видите, базовый армирующий слой уже частично сделан. Декоративные элементы сейчас определились вокруг окон. Междуэтажный карниз. Накладки вот эти вот. Так что... Видите, вот фасады, вот декор сверху. Так что потихонечку, постепенно все уже выстраивается. Вот обратите внимание, видно хорошо вот в этом месте уклон межэтажного карниза. Вот видите, выполнен уклончик для того, чтобы снег, вода не скапливались. Чтобы потом не было ни грязи, не было никаких проблем. У ребят это первый фасад, это обучение, техническое сопровождение объекта. Поэтому делайте как бы сноску на то, что ребята учатся все-таки. У ребят первый объект. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Счастливо, до свидания.